общем, мой выпуск выйдет быстрее, чем Ромкин, потому что я забил. Потому что я забил, Леха снимал, вы посмотрите на красивых девчонок, на, ну, накачанных парней, не скажу, что они, конечно, красивые, но это и не требуется для мужчины. А, в общем, занимайтесь бодибилдингом, был крутой чемпионат, мне нравится, что тут, блин, ну посмотрите, какая здесь сцена, посмотрите, какой здесь уровень спортсменов, какие невероятно красивые девчонки в нашей федерации, самые сильные, самые красивые в мире. Куда приезжают наши девчонки, они выигрывают все, всегда. А, парни, я надеюсь, скоро начнут делать точно так же. Да, Мартынкин у нас забрал абсолютку в чемпионате Азии, что очень здорово. Меня было мало, но зачем я вам нужен в этом ролике? Вот он вышел быстро, Леха нарезал, показал, вы посмотрели, ярко, круто. Весь мир, все мировое IBB теперь стремится сделать что-то на уровне того, что делает Питер, Москва, кстати, да и в куче других. Сейчас в Челябинске будет очень тоже мощная сцена. Ромка, ты опять в Челябинск летишь, наверное, нет? А? Ты в Челябинск летишь? Надо лететь. Я не знаю, тебя приглашали как обычно? Он там на плакатах вообще висит обычно, на всех. В общем, я вас теперь всех приглашаю на чемпионат России в город Москва. Ребята, это шанс увидеть сильнейших спортсменов, шанс увидеть нас, вот, может быть, не самых сильнейших спортсменов, но мы тоже ничего такие, мы чемпионы мира, между прочим, кстати, так говоря. А он... мне написали в комментариях, да, что ты выебываешься своими титулами, блядь. Ага. Нормальные, я... серьезные пацаны так не делают. Я буду выебываться его титулами. Чемпион мира, IFBB Pro, от человека, остановившегося, не остановившийся, который сделал паузу в одном шаге до прямой квалификации и ее заберет. Вот, чемпион России и так далее. В общем, я тоже там, мистер Олимпия Португалия золото и чемпионат мира золото. И куча всякого другого и золото, и не золото. Мы вас ждем на чемпионате России в Москве. Приезжайте, потусите с нами, поешьте батончики, девчонки, померяйте крутую одежду, попейте протеины, поглазейте на ребят, погуляйте по Красной площади, сходите и вообще в Москве есть чем заняться. Совместите приятное с полезным. Если вы любите фитнес, езжайте в Москву на Россию. Кстати, Илюха Голем тоже приедет, поэтому если кто-то хочет фотографию, от которой будут обалдевать все ваши знакомые в Инстаграме, приезжайте. Увидимся. Like an ocean, tripping, falling through my